Помните ли вы день, когда ваша жизнь радикально изменилась? Я отчетливо помню этот день в своей жизни. Дело было в мае 2007-го, когда мне пришло письмо, что я принят в американскую магистратуру. Дальше была учеба посреди хлопковых полей Миссисипи и десятки новых друзей и впечатлений. Вот, например, пробитое колесо по дороге к Большому каньону, библиотека с привидениями, где я сидел до поздней ночи, фестиваль Мардигра в Новом Орлеане, где пьют коктейли с самого утра прямо на улице. Кроме диплома, я привез из Штатов миллион воспоминаний, впечатлений, и это было только начало. Вот скажите, есть ли одна вещь, которая определила большую часть жизни? Достижения, карьеру, творческие успехи и даже некоторые романтические истории? У меня определенно да. Это то, что я, будучи уже очень взрослым человеком, взялся за английский язык. Все самые интересные тексты, которые я написал, и все самые важные интервью, которые я сделал, были бы невозможны, если бы я не знал английского. С другой стороны, есть ли что-то, о чем я жалею? Это единственная вещь, то, что я начал говорить на английском позднее, чем мог бы. Но в те внезапамятные времена еще не было ни Зума, ни, страшно сказать, Ютуба. Сегодня язык можно учить, не отрываясь от работы, не выходя из дома и даже не отрываясь от сериалов и других развлечений. В Wall Street English есть онлайн-курс, который ведут носители языка со всего мира. Это очень круто, потому что вы сразу учитесь говорить с иностранцами, понимать разные акценты. Школа предоставляет расписание онлайн-уроков на 22 часа в сутки, так как преподаватели школы живут в разных часовых поясах. Глобальная комьюнити и методика Wall Street English – это два самых мощных достоинства школы. У вас будет персональный наставник, который будет курировать вас и мотивировать. Такая учеба гораздо эффективнее даже, чем личный репетитор. Вы не привыкаете к одному конкретному произношению и к одной манере обучения. Здесь вы учите английский по ситком-сериалу, на инновационной платформе и на разговорных уроках со студентами из самых разных стран. Теперь самое важное. Перейдя по ссылке в описании, вы получите полезные подарки от Wall Street English. Во-первых, скидку 30% на онлайн-курс английского. Во-вторых, тестирование вашего уровня английского языка. И в-третьих, пробный VIP-урок, чтобы лично оценить метод школы. Не повторяйте мою ошибку. Не откладывайте английский. Это реально самое полезное знание и для карьеры, и для личной жизни. Тем более, что онлайн-обучение доступно из любой точки России. Ссылка еще раз в описании видео. Откройте ее сейчас и пройдите тестирование сразу после того, как досмотрите наш фильм. Мне 20 лет. Я инструктор по сноуборду и горным лыжам. Доски — это кайф. Будь то лонгборд, скейтборд или сноуборд, какое бы состояние у меня ни было, какое бы настроение, когда я пристегиваю доску, я просто начинаю ехать, все прекращается. Ты чувствуешь дуновение ветра, ты ловишь баланс одновременно с этим. Ты скользишь по какой-то поверхности, набираешь скорость. Блин, это просто классно. Это выплеск адреналина, это очень приятные просто ощущения внутри. Руки сюда подтяни просто. Ты едешь вот... Да, типа, ты едешь вот так. Я себе какой-то р***ешься. Природа и люди – это то, что меня заряжает. Спасибо, Камиль. Сидеть в квартире дома весь день для меня просто невыносимо. Мне становится ужасно плохо, грустно. Я лежу и плачу. Стоит мне выбраться в лес или на берег, мне становится невероятно хорошо. Вообще, была бы моя воля, я бы, наверное, жила в лесу. Здравствуйте, это курьер магазин «Артизан». Я у вас буду буквально через минут 10, наверное. Угу, все, до встречи. Я родился в Узбекистане, в городе Ангрен. Потом мы переехали в город Чистополь, Татарстан. Я сейчас работаю курьером.
развожу по городу корма для собак и кошек. И параллельно ищу работу. С кассой хожу. Хожу по собеседованиям. Мне предлагают разные работы, начиная от... Здравствуйте, доставка. Агента по недвижимости, менеджера по... в банке. 4560. Вообще, моя мечта с детства быть артистом, вот, но у меня это никак не сложилось. У меня все время мешает развиваться слово «поздно». Здравствуйте. Да, я просто сначала проехал, потом развернулся. Это вот вам. Все правильно? Да, все правильно. Мне уже тридцатник, а я вообще не реализован. Я готов учиться всему, но мне нужно, чтобы в меня поверили. Мне нужен человек, который бы в меня поверил, что я чему-то научусь. Здравствуйте. Я смотрю, колбасок нет у вас? Есть. Четыре разных вида. Олень, утка и... Я биолог по образованию. Я подумал, работа с животными, может быть, или с какими-то товарами для животных, в принципе, меня устраивало. Без дачи посмотрите, может быть, у вас. Всего доброго. Улетела. У меня дома два кота. Коллекция тропических многоножек. Просто периодически увлажнять, чтобы они не посохли. С самого раннего детства, если я сколько помню, я всегда был занят ковырянием в какой-нибудь луже или ловил жуков. Дома всегда был аквариум с рыбами. У меня папа увлекался этим еще там с Союза. У меня жил, блин, дождевой червяк дома, когда я учился в школе. Ну, реально, просто что-то осенью на огороде копались. Огромный червяк. Я такой, ого, едешь со мной жить. Такие у нас в России живут. На югах, на Кавказе, в Крыму. Родители всегда поощряли вообще мой интерес к природе. Покупали мне книжки дорогие. Ну, в общем, меня никогда не отвращали такие вещи. Многоножки, это же очень интересно. Что-то, что живет где-то далеко, в Азии, живет у меня дома. Говорят, рыбки успокаивают, у меня вот многоножки успокаивают. Хочешь? Я хожу вообще на бокс, потому что мне правда нравится. И вообще это очень большое расслабление приносит. Всю свою жизнь я увлекалась математикой. Наверное, мне повезло. Я выбрала эту профессию, когда еще училась в школе. В идеале я бы хотела стать iOS-разработчиком. Это тоже достаточно творческая профессия. Код нужно тоже уметь сделать его красивым, лаконичным и удобным. Тут и математические способности какие-то применяются, и вот по красоте, чтобы все было. Очень мне нравится, что каждый день мне нужно работать мозгами, думать, что-то делать. Постоянно мозг в работе находится, это клево. Я ходила в художественную школу с 4 лет, и это меня как-то увлекало и отдаляло от остальной массы подростков, которые занимались ерундой. Я переехала из Удмуртии, из маленького города Можга. Там нечего делать, в 10 вечера выключаются фонари, не погуляешь, никакого досуга для подростков нет. Все либо спивались, либо снаркоманивались. Я просто... нашла свое дело по жизни. И это меня вело и сподвигло меня развиваться. Так как у меня фамилия Гейст, я принадлежу к российским немцам поволжским. И я работал лет с 13, играл в лютеранской церкви на службах. И так сложилось, что одна из прихожанок оказалась моим преподавателем в том музыкальном колледже, в который я поступил. Она очень активно навязывала мне христианские ценности.
как нужно выглядеть, как нужно одеваться. А я был таким хипаном с кудрями, с расточками. И доходило до того, что она просто в один прекрасный день на уроке мне отрезала волосы. И это уже был такой край. Это была одна из причин, по которой я ушел. Я вот помню этот день, когда я ушел. Сильное такое чувство сродни кризису экзистенциальному, потому что я понимал, что теперь я решаю, что со мной будет дальше. Мне было 15 лет, я оказался на улице. С отцом я мало знаком своим, а мама, она сильно пила. Я остался один. Но я был подростком, я решил тусить и отрываться. И когда этот период прошел, я вернулся к обучению музыке своего педагога, который со мной занимался с детства. И она меня в этом смысле спасла, наверное. Мне кажется, у меня изначально была очень сильная мотивация. До 17 лет у нас никогда не было своей квартиры. Мы жили в общежитии с родителями в одной комнате. Там на 10 комнат был общий туалет, общая кухня. Мама в детстве смотрела «Секс в большом городе», мне было 4 года. И я смотрел с ней, но мне не важно было, что там происходило. Я видел Нью-Йорк. Я такой, типа, я хочу туда. Почему я вообще здесь нахожусь? Из 6 класса я четко знаю, что я хочу на архитектуру. Для меня архитектура, она не была фасадом, красивой стенкой. И архитектор — это режиссер. Ты можешь прям по времени расписать. Вот человек в 8 утра просыпается, что он видит? Солнце в 8 утра падает под таким-то углом в квартиру. И именно вот это солнце он запомнит. Мне нравится собирать конструктор, в котором людям будет максимально комфортно, при этом необычно, непривычно, и человек будет задаваться вопросом, а почему раньше так не было? Волга Fashion Week. Достаточно крупное событие, получается, для Казани. Была коллекция такая этно-русская. Прямо, я не знаю, как так сошлось, так получилось. У нее именно 6 цветов, то есть как у ЛГБТ-флага. Я открыл, да, эту неделю ими и в стык пустил за Министерством культуры манижу Russian Woman с раскрытием вот этой пляжной сумки с ЛГБТ-символикой. Естественно, я боялся очень. Потому что это Республика Татарстан. Здесь родился, вырос, и мне было страшно. Тем более, это Министерство культуры. Но по итогу как бы все получилось очень круто. Я постановщик шоу-показов и преподаю актерское мастерство, ораторское искусство. Так как я артист балета по образованию, еще танцую. Мама меня вообще изначально решила отдать на кикбоксинг, что я должен научиться драться и постоять за себя. Мы пришли, получается, с мамой во дворец культуры. Я вот, ну, отчетливо помню этот момент. Там висели фотографии бальников. Сейчас помню, давай пока что помню. И я ткнул пальцем и сказал маме, я хочу на бокс, я хочу вот сюда. Вот как танцуют ребята, я хочу точно так же. Я был такой очень стеснительный мальчик, еще плюс ко всему был очень толстым. И меня это сильно прям смущало. И все эти обтягивающие рубашки, штанишки. В 8-9 лет у меня был педагог Руслан, его тоже звали Руслан. Он танцевал со своей партнершей, и все восторгались от его партнерши. А я сидел и кайфовал от того, как танцует Руслан. Конечно же, в том возрасте я думал, что это что-то не то, это так не должно быть. Помню.
Я всю жизнь собиралась заниматься журналистикой. Ты лесбиянка? Я лесбиянка. Давно? Это хороший вопрос. Канал я решила завести, в общем, потому что вроде как у меня есть ресурс быть открытой. Но очень не хватало контента и разговора вообще. Мы все обсуждаем Земфиру, Сурганову, Арбенину и сериал «Элворд». Понятно, что это были культовые вещи. Но мы продолжаем говорить о них сейчас, как будто они что-то значат сейчас. Как будто у нас нет истории никакой за ее пределами. Как будто у лесбиянок никакой культуры больше нет. Я поняла, что хочу поспрашивать. И у меня есть, в принципе, ресурс это поделать. Всем привет. Сегодня среда и время нового выпуска. Мы продолжаем говорить с Беллой. И в этом эпизоде мы больше говорим о ней, а не о срачах вокруг нее, как вышло в прошлый раз. Мне 25 лет. Я первый раз слышу, что у кого-то был похожий на мой опыт. А я знаю слишком много про гетеросекс, больше, чем я бы хотела. Я первый раз в жизни послушала, как бывает у других лесбиянок. Я понимала, что мне нравятся девушки с 11 лет. Я встречалась с ними, я целовалась с ними. Но тогда это все происходило молча. Никто из нас ничего не говорил. Слово «лесбиянка» не существовало. Это так и длилось до, наверное, второго курса, до конца второго курса. Давление усилилось, потому что у меня для всех родственников не было парня 100 лет. Это вызывало вопросы и у меня самой. А точно все в порядке? И начала ходить очень активно на свидания. И вот я возвращалась домой и готова была расплакаться. Я себя сейчас заставляю делать какую-то херню. Это была, наверное, кульминация таких лет внутренних вопросов к самой себе. Я, в общем, идя по улице, решила, а если я вот прямо сейчас на этом квадратном метре я разрешу себе, то я никогда не буду встречаться с мужчиной. И мне показалось, что я несла просто с дом размерами камень, положила его на землю, и стало понятно, что нет. Я вот его положила, и теперь мне придется его взять. То есть это будет выбор уже сейчас, потому что я уже знаю, как без него ощущать себя. Я не смогла его поднять. Это началось с осознания сексуальной ориентации. Я начал понимать, что я не такой, как все. Мне становится плохо. Она так незаметно подкрадывалась. Вначале мне просто плохо. Потом я пропускаю работу один день. Потом возвращаюсь. Потом я пропускаю работу два дня. А потом три. А потом я уже неделю не могу на работу пойти. Мысли о суициде. Там, привет, дно. И тоже понял, что я хочу что-то менять. Сейчас мне трудно это вспомнить. Я жил долгое время с ведром внутренней гомофобии. Из разряда «А зачем мне кричать об этом на каждом углу? Кто надо, тот поймет. Кто не поймет, тот не надо». И все такое. Но это не кричать на каждом углу, это просто «я такой». Если я не кричу об этом, то это значит, я скрываюсь. А скрываюсь, это уже неестественно. У меня это привело к куче неуверенности в себе. Я настолько там за свою жизнь привык скрывать, постоянно контролировать себя. Движение, голос, какие-то жесты, одежду. Но это ненормально, это пи***ц. Зачем мне волочь какую-то вот эту вот коробку ненужного говна для людей? Один большой латте, один средний капучино. Я съездил в Лос-Анджелес к друзьям и посмотрел вообще, как там живут люди, какая у них гей-семья. И вначале я горел желанием поехать туда, а потом понял, что я хочу здесь попробовать жить так, как я хочу, несмотря ни на что, и делать все, что я хочу. Ну, причем это была одна из главных целей принятия, что мы делаем принятие для себя. Нам хотелось группу, мы делали группу. Всем привет, это свободная группа. Она проходит по таким же, примерно по таким же правилам, как группа поддержки, но в более свободном формате. Мы поняли, что я могу вести группу поддержки. Мы придумали название, я сделал сайт. Люди вначале приходили, и они боялись, что
это какая-то засада, что это какие-то полицейские заманивают. Вроде бы все, ну мы давно живем в каком-то мире интернета, и все все знают. Часто бывают люди, которые говорят, что я до сих пор думаю, что я один в Казани. Всем привет. Я очень давно не был на группе, потому что работал последние пару месяцев вообще без выходных. Но сегодня, ура, выходной. Вот, очень рад всех видеть. Просто давно никого не видел. Пришел посмотреть на вас. Ну, такие красивеньких всех. Всех люблю. Ну, лично мне на принятии группы дают ощущение каждый раз нормальности. Потому что всегда геи были либо в новостях побитые несчастные жертвы, либо это были персонажи издалека с перьями. Ну, мне хотелось, не знаю, бытового гея увидеть, вот, которым я являюсь. У меня был тяжелый день на работе, я сидел в метро, смотрел на рельсы и думал, ну вот мы либо сейчас прыгаем, либо посылаем всех на и живем своей жизнью. Вот тогда у меня случился, наверное, самый честный разговор с собой. Именно в тот момент я принял для себя, что я не буду скрываться, я буду жить своей жизнью. Хотя я несколько раз перед мамой уже делал камин-аут, но она постоянно делает вид, как будто бы ничего не происходит. И мне кажется, мне еще предстоит несколько раз перед мамой делать камин-аут. И не знаю, когда она меня полностью примет. Блин, рукава надо. Забыл. Блин. Сейчас. Блин, как... Алло, здравствуйте. Я подошел вот при входе, ну, в ваше здание нахожусь. У меня ДЦП. Я стеснялся своей инвалидности в детстве, потому что, когда мы с бабулей, допустим, заходили в автобус, она говорила: «Уступите место, у меня внук инвалид». Меня это так задевало, что я до сих пор в автобусах езжу стоя, даже если есть свободные места. Я раньше ходил на цепочках. Правую ногу стопу не ставил полностью. Меня мама возила на операции в Тулу из Узбекистана. Сказали, позвонят, будем ждать. Мама по образованию учитель русской литературы, но когда я родился, она поняла, что меня не поднять на учительскую зарплату, тем более в Узбекистане. Она всю жизнь в продажах из-за меня. До сих пор мы с мамой шутим, что если бы не я, ты бы до сих пор была бы учительницей. Да, мам. Сейчас я в магазин еду в разгружать, остановлюсь и все сфоткаю. Сама всегда переживает, что я за рулем, но всегда звонит, когда я за рулем. Просто парадокс. Мама вообще у меня очень сильный человек. Очень нежная, но с мужским характером, которая все тащит на себе. С мамой договориться невозможно. Я взял бумагу и лист и написал ей письмо. Я хочу, чтобы вы жили долго, но вы не вечны, и мне нужно как-то дальше жить самому. Я хочу реализоваться, я хочу увидеть мир и найти интересную для себя работу. И просто положил ей в сумку. Я не знаю, прочитала она или нет, но она стала мягче. Я рассказал маме года 4 назад. Мама гладила вещи в комнате, и я кружил вокруг нее. И думал, рассказать, не рассказать. Вы приехали. Я сказал: мам, мне нужно с тобой поговорить. Мама в лице изменилась. И я ей сказал: мама, я гей. Она поставила утюг на стол, села на кровать и начала реветь.
Я очень маму сильно люблю. Она у меня прекрасная, но в тот вечер она мне сказала, лучше бы ты был наркоманом, чем геем. Я бы тебя вылечил. У меня родители принадлежат к одной протестантской церкви. И мое детство выглядело церковные собрания, вот эти вот все штуки, какие-то вопросы с сексуальной ориентацией вообще не ставились. Все бинарно, нет никакого варианта. Любой человек гетеросексуал. Вот норма. Где-то очень далеко, прям вот на границе сознания, ты понимаешь, что я чем-то отличаюсь. Религиозное воспитание и какое-то вот традиционное держит тебя в рамках. Ты такой, ну, это исправится попозже. Мало ли там пубертат. Тут, конечно, тут какая-то мелочь всякая летает. Стой. Ну, понятно, что меня это все вообще не отпускало. Я очень много переживал, думал. И я признался одному ответственному брату, что, кажется, у меня есть какие-то чувства к молодому человеку. На что он мне сказал, что, конечно, ну там молись, все сатана, это там испытание и так далее. В целом, не можешь найти адекватный ответ, скажи, что это испытание от Бога и проканает. Привет. Я маме рассказал, мы просто что-то обсуждали ЛГБТ-повестку, она ужасалась вообще всему, что я говорю. И она говорит, Коль, блин, так странно, откуда ты вообще об этом, обо всем знаешь? Почему тебя такая тема интересует? И я перед этим много прочитал материалов на тему того, как лучше сделать камин-аут родителям, которые сильно старше. Но не воспользовался вообще ни одним советом. Я такой, ну, потому что... Привет, я тоже. И это, конечно, был, мне кажется, для нее удар. Остановка кафе «Солнышко». «Солнышко» как это дальше? Она поплакала, конечно, но потом она сразу сказала, я тебя все равно люблю, ты такой красивый у меня мальчик. Врала, наверное. И что-то через пару дней она приходила и говорила, что это все потому, что ты из церкви ушел. Вот если бы ты не ушел, все было бы нормально. Мне кажется, что им очень тяжело. Потому что я-то по всем параметрам не прохожу в этот престижный элитный верующий клуб. Я гей. А геи Богу как бы не угодны, и это больше всего ее убивает. Не то, что меня могут там... Здравствуйте. Не знаю, на улице побить, что мы в России живем, а то, что после смерти мы будем разлучены. Люди посмотрят и скажут, вот, это сегодня геи бабочек убивают, а завтра детей наших. Мама, в принципе, хороший человек со многих сторон. Она меня поставила на ноги, она мне смогла дать очень много всего того, что не давали другим моим ровесникам. Она религиозный человек, и, скорее всего, из-за этого то, что мне нравятся девушки, она восприняла в штыки. Это, как она считает, не по-христиански. Даже о том, что у меня была девушка уже на протяжении полутора лет, я рассказала маме в 19 лет. Она отреагировала резко отрицательно. Она звонила ей, говорила, не общайся со Снежаной, иначе я буду отслеживать тебя возле работы. Моя мама позвонила ее маме, сказала, что ваша дочь изнасиловала мою дочь. Она мне говорила, это у тебя пройдет. Я тоже типа по молодости баловалась. Она полгода жила с девушкой тоже, когда была молодая. Когда мы познакомились с Ксюшей, я ей практически сразу об этом сказала, что вот мы познакомились, и она нормально к этому отнеслась. А потом резко как-то она начинает агрессивно на нее реагировать, на Ксюшу. В очередной раз она поругалась со своим мужем, вернулась домой под алкогольным опьянением и врезала мне по лицу.
Она начала кричать, орать, что-то пытаться драться. Я просто держала ее руки. В какой-то момент мама разворачивается и просто с кулака Ксюшу по лицу. Очень сильный был удар в нос. И все сразу, кровь, звездочки. Выяснилось, что это перелом носа. В целом, это была последняя капля, поэтому мы съехали, и с мамой я не общалась долгое время. Мне никогда не было стыдно ни говорить ни о чем, ни о уязвимом, в том числе с родственниками. Ты ошибся чем-то? Нет. Родителям мне показалось, что им будет понятнее, кофе, если я скажу, уже будучи в каких-то отношениях, которые влияют на мой быт. Поэтому я отложила до отношений серьезных. Я поехала на Рождество домой. Я сначала поехала к папе, сказала ему в машине. Папа сказал, что он догадывался. Это было удивительно, потому что, ну, то есть он не видел, как я живу. Мы с 9 лет не жили вместе. Вот такая она мне всегда вот нравилась, вот, когда вот была такой. Когда она была маленькой, я очень мало времени ей уделял. Потом, когда мы расстались с ее мамой, были какие-то недопонимания, но проблем не было почти вообще. А, ты не видел кресло? Ты же вообще так не видел? Ленда рассказала о своей ориентации. Ну, лет 5, наверное, точно прошло. Разговаривали мы о моем неродном сыне. Там что, девочки, не девочки появляются, потому что он ее на год постарше. И тут она говорит, вот, наверное, хорошо говорить, что у Димы есть девочки. А у меня вот нет мальчика, у меня тоже девочка. Никакого шока не было, это я могу спокойно сказать. Еще кофе погреть? Да. Мы шли с прогулки с моей нынешней супругой. Возможно, это были не самые первые слова. Она сказала, ты знаешь, а бабе с бабой легче. Че не говори. С вами, мужиками, с ума сойдешь. А баба всегда знает, что бабе надо. Вообще, с людьми нетрадиционной ориентации я... Да, Лены нет. А я не, может быть, и были, а я не знал. Я... Абсолютно не скрываю сейчас это ни от кого. Кому-то я говорю специально. Я говорю, я не хочу скрывать там и что-то придумать на ваши вопросы, как там, когда она замуж там. Я принимаю это и действительно вот хочу, реально, зная по себе теперь об этой проблеме, которая может быть у ребенка с родителями, лучше рассказать и лояльнее надо быть. Это мой ребенок, я его не стыжусь. Я иногда смеюсь. Я, ты знаешь, зато не курит. И при этом опора у нас где? Остается на правой ноге. Твоя задача просто слегка коснуться асфальта, как будто бы его поцеловать. На самом деле большая проблема во мне и моих переживаниях, а не в моих родителях. Они прям супер клевые. И давали мне всегда все, и поддерживали всегда во всем. Но почему-то у меня такие тараканы взялись, что отнесутся плохо, будут стыдиться. И все их надежды на классную дочку, она разрушится. Стой! О, видишь? Мой папа из татарской семьи, и он не понимает таких вещей. Я думаю, что моя мама принимает, но хранит надежду на то, что все изменится. Она в курсе, что я живу с Динарой, но никогда не спрашивала, Динар моя девушка или просто подруга. Мы познакомились, в общем, с Динарой довольно давно, на вечеринке. У нас даже есть парная татуировка, которая обозначает дату нашего знакомства. Я устроилась на работу в заведение, в котором Динара работает менеджером.
И когда мы начали работать, я поняла, что Динара мне очень сильно нравится. Я начала себя ловить на мысли, что я хожу на работу ради нее. Здравствуйте. Что я просыпаюсь и иду к 7 утра на работу, а ухожу оттуда почти в час ночи, потому что мне хочется поработать вместе с ней, хочется провести с ней время. И мы начали общаться, видеться, ходить гулять, ходить в бары, кататься на скейте. И с тех пор вот уже почти год мы встречаемся. С Динарой мы очень сильно устаем на работе, и в свои выходные мы обычно спим. Норм? Если соль много, могу сметану еще добавить. Перец надо. Давай перца. Ладно. Иногда мы зовем гостей и кормим их. Мы устраивали борщ-пати дома. Я представляю себя шеф-поваром. Фантазирую на этот счет. Мне очень нравится. Я вот люблю вечеринки. Динара не любит вечеринки. Динара любит просто пить вкусное пиво. И сидеть и разговаривать. Люди — это сплошные загадки. Непонятно, я никогда не пойму, что там сидит на подкорке ее мыслей. И о чем она думает на самом деле. Это как в бездну прыгать. В 19 лет я очень сильно влюбился. Это была очень забавная романтическая история. Я нашел письмо любовного содержания у себя дома, засунутое в дверь. Оно было надушено, я помню, духами. Это вообще для меня было что? Какие тут? Я же с панками тусуюсь. И несколько месяцев прошло до того, пока я не понял, кто его написал. Что это такое? И когда я это понял, он в этот момент находился в Питере. У меня было 33 рубля, и я поехал автостопом в Питер. Я 20 рублей этих 33 потратил на автобус. И с 13 рублями поехал в Петербург, потому что я понял, что я вот должен сейчас приехать и сказать, что все, ну что все. Это взаимно, и мы должны вместе быть. Мы встретились в очень странной съемной квартире. Я сказал, что как бы, ну ты знаешь, вот ты мне написал письмо, я тебе тоже привез. Но он такой промолчал. Сначала не дал виду. Раз. Потом сказал, что типа ты дебил, столько месяцев думал, у меня уже все прошло. Сейчас по новой начинаем. Грубо говоря, нам было около 20 лет обоим, и мы только изучали, что такое быть в отношениях. Отчасти мне жаль, что так сложилось, но с другой стороны, это очень здорово, что именно мы друг с другом прошли этот опыт. Разбудишь меня в нашем доме тепло и мутно в первый день января. Когда я жил в Чистополе, засыпая перед сном, я плакал из-за того, что думал, я так проживу один. Я сегодня буду красить волосы, короче, прикинь. Какой цвет? Обесцветить хочу. Интересно, белые волосы с черными бровями нормально смотрятся? Спросишь у парикмахера. Надо бы спросить. А если нет, что, брови тоже покрасишь или сбреешь? Буду как Фантомас ходить. Мне очень трудно знакомиться с парнями. Я стесняюсь. Я, когда зарегистрировался в Хорнете, мне казалось, что если знакомишься, если пошел какой-то контакт, значит, это не просто разговор, значит, в будущем у нас будут отношения. Офигеть! Просто. Но потом я начал понимать, что люди знакомятся не только ради отношений, и ради секса тоже.
Мне хотелось разговоров, мне хотелось объятий, мне хотелось чего-то большего, чем просто секс. Даже если я встречаюсь с человеком, с которым мне очень нравится, и у нас получается какая-то близость, у меня такое ощущение, что это происходит не со мной. Я счастлив, и мне кажется, что это не в реальности. Год назад я познакомился с прекрасным парнем. Но он не готов к отношениям. Спасибо тебе большое. А я не знаю, что такое отношения, потому что у меня их не было. Но я бы очень хотел узнать, что такое отношения вот именно с этим человеком. Надеюсь, дома воспримут спокойно. Алло, привет еще раз. Ты хочешь поесть? А? Не очень? Блин, а я хочу. Можно я заеду? Мы поедим. Угу. Да, все, все понятно. Ну, я, скорее всего, без рисунка все будет. Ну да, я не хочу рисунки никакие. Какие-то с блестяшками даже немного. Написано Sunday. Воскресенье. Очень по-христиански. Ой, а это что такое? Откуда это взялось? Это я не брал. О, отлично, берем. Для меня вариантик. Кстати, обои с мокрицами я бы поклеил. Но таких почему-то не производят. Вот дискриминация по мокричному признаку. Блин, не знаю, короче, как будто бы взял, но мне не это, неспокойно как-то. Блин, а может вот эти взять? О, муки выбора. Был бы у меня парень, я бы у него спросил, ты какие хочешь обои? Он бы сказал, вот, не знаю, ты какие. И мы бы навечно застряли на этом моменте. Вот так. Но у меня нет парня, приходится такие вопросики обкашливать самому. Блин, не знаю, короче, что делать. Они предлагают теперь покрасить. В приложениях для знакомств мне всегда было кого-то свайпнуть влево, что тебе не понравилось, как будто бы я чувствую обиду того человека. Хотя он даже не узнает, что я его свайпнул. Поэтому я удалил все приложения, мне неприятно ими пользоваться. Да и ничего путного там у меня ни разу не вышло. Как все чудесно решилось, я увидел очень красивые обои. Но быстрее уедем от них, чтобы не соблазняться. Есть не очень понятный молодой человек, с которым мы общаемся по интернету. Должны ли это встретиться, увидеться? Блин, это какие-то орхидеи, что ли? Валдис. Всегда, когда на расстоянии с кем-то общаешься, это совсем не так, как вживую. Поэтому я зарекся какие-то отношения на расстоянии заводить. Хотя сейчас вот опять вляпываюсь в то же самое. Надеюсь, пронесет. Если нет, то все. Вообще не ходок больше в эту степь. Первый раз мы увидели друг друга на игре в мафию. И когда мы оказались оба мафии, мы открываем глаза, когда город спит, и смотрим друг на друга с ненавистью, потому что я тогда встречался с бывшим парнем Миши. Нам активно навязывали то, что мы должны друг друга ненавидеть. А потом мы расстались со своими парнями, и как-то Леха меня позвал в клуб. Просто было очень комфортно вместе. Вкусы, интересы, все такое совпадало. Ну и завертелся. А я не сталкивался с гомофобией, потому что я не был геем на людях. Я 100% уверен, что мы столкнемся с гомофобией, если мы сейчас пойдем за руку и будем неделю вести себя вообще так, как мы хотим. Я знаю, что Леху начинает трясти, если я его буду брать за руку в общественном месте. Он будет отдергивать ее. Так прошит этот страх у нас. Этот страх начал проходить не так давно.
Миша на тот момент начал заниматься психотерапией, и я увидел, как человек изменяется в лучшую сторону. Я понял, я тоже так хочу. После каждого шага становилось меньше страха. Я могу написать в Инстаграме не какой-то абстрактный пост, а где я могу выложить фото, допустим, где мы обнимаемся, написать что-то про мужа и не считать, что я кому-то что-то, кого-то что-то оскорбил. Если мы не видим, значит, нас нет, значит, у нас и проблем нет, и права не нужны. Хотим прав, приходится быть видимыми. Если я хочу, чтобы меня услышали, я должен что-то сказать. Гомофобия была огромным давящим фактором на мою жизнь в моем подростковом возрасте, когда я сам был гомофобом. Меня спрашивают, как ты к геям относишься? Я такой, фу. То есть я в 17 лет знаю, что я гей, говорю, фу. Прихожу домой, такой, боже, о, что я несу? Мне было страшно зарегистрироваться на сайтах знакомств, я этого не делал. Потому что думал, ну все, кто-то заметит, и начнется этот хейт, и я просто не выдержу. Вот на самом деле, возможно, ввиду контекста, в котором я воспитывался, такое впечатление сложилось. Такая мелочь, как вот просто твоя ориентация, может сыграть большую роль. Мне было лет 15, наверное, я сплю и услышал, как родители ругаются. Я не помню, что являлось тезисом их ссоры, но папа выкрикнул, он как гей. Они воспитывались в такой среде, где самое плохое — это не убить человека, а быть геем. И да, тебе нужно доказывать, что типа не это тебя характеризует. По-настоящему сильным я себя начал чувствовать тогда, когда начал слышать себя. Я чувствую свою важность сейчас настолько крепко, что если кто-то захочет меня тронуть, не получится. Я очень рано начал знакомиться с парнями. Когда мне было 15 лет, я познакомился с человеком, который начал меня сталкерить, преследовать. Это был мужчина гораздо старше меня. Все доходило до того, что он приходил домой и предлагал моей маме выйти за него замуж, чтобы он стал моим отцом. Вот. Он фотографировал мои окна, присылал мне, в общем, в личку. Это продолжалось довольно долго. И не спасало ничто. И в итоге, когда мне было, по-моему, 16, пришлось обратиться в полицию. Тогда я это по-другому воспринимал, но сейчас я понимаю, насколько это ужасно выглядело, что 16-летний ребенок сидит и говорит, что его преследуют, его склоняют к сексу и так далее. Мужчины, работники, они просто отнекивались и говорили, не-не-не, я типа с этими пидорасами работать не буду. Я помню этого следователя, который со мной нормально поговорил. Такой очень харизматичный был чувак. Дело в итоге раскрутилось, и человек отстал. Он осознал, что он уже переходит все границы. В итоге мы, грубо говоря, победили. Очень сложные были отношения, очень тяжелые, они были абьюзивные с двух сторон. И вот закончилось, естественно, все вот так, как оно закончилось. Мы расстались и очень сильно стал пить после этого расставания. Один раз я напился, упал головой. Прилетела моя мама в Санкт-Петербург. «Давай, — говорит, — в Казань, в санаторий, тебя приведем немножко в порядок». Это оказался не санаторий. Это оказался реабилитационный центр для людей с зависимостью. Там, в реабилитационном центре, я сказал о том, что я гей. Но мне ни разу не стирали постельное белье. Таким не стирают, никого трогать нельзя. Все кушали за одним столом. Мне поставили отдельный стол, разрисовали тарелки и мои чашки розовым фломастером. Мип, меп, вам, вом, вум, мна, мно, мну,
Маны. Я там провел 4 месяца. Я решил для себя так. Тебе надо сломать эти стереотипы у людей, чтобы они к тебе относились не так, что тебя трогать нельзя и смотреть в мою сторону и кушать за одним столом, а чтобы наоборот они поняли, что я такой же обычный человек и нормальный, адекватный. Его речь сильно захватила всех слушателей. Сильно. Спустя 4 месяца ко мне подходили, со мной общались. И многие как бы говорили: слушай, ты, говорит, ну, ты такой классный парень. Типа я бы, говорит, никогда не подумал. Пространство, объем, акценты, личный опыт. У меня как будто жизнь вот разделилась вот до этого момента и после этого момента. Мне нужно скинуть груз, признаться, но я боюсь. Я боюсь папе рассказать. Во-первых, потому что у него проблемы с сердцем. И по команде ты так хоп и видишь. А во-вторых, просто боюсь его эмоций. Боюсь, что может произойти. Я знаю, что папа знает. Они просто боятся себе в этом признаться. Пока просто не скажешь в глаза: папа, мама, я гей, и со мной все хорошо. Угу. Как это было? Вот еще. Папа говорит, ты так плохо себя чувствуешь, а ты себя ведешь как ребенок. Мне папа, мне кажется, в 19 лет то же самое творил. Ну, сейчас, наверное, ему пофиг. Смирился. Да. Мы хотя бы не выгнали. Хотя бы не выгнали. Может быть, и зря. Папа просто со мной не разговаривал. Через какое-то время говорил, что мне нужно лечиться. Спустя, наверное, неделю или две начал общаться в том же режиме, как будто ничего не произошло. Первое, мне нужно переезжать от родителей. Это, наверное, будет первой и главной моей победы. И когда я пойму, что человек, которого я люблю, идет ко мне навстречу, я скажу маму, я живу с парнем. Третий или четвертый камин-аут она воспримет очень мудро. У меня нет четкого представления о том, кем я буду в будущем. Но главное, чтобы это приносило счастье. Вот и все. А что уже счастье, это как бы нам решать, деньги это или не деньги. Просто сейчас я точно знаю, что я люблю свою девушку. И точно знаю, что хочу стать шефом. Может быть, стану. Я нахожусь через 10 лет в России. С каким-то партнером, с неизвестным количеством котов. Для полного счастья мне не хватает партнера, к
кого-то, с кем я мог бы проводить время. Человека близкого мне по духу, мне бы хотелось иметь рядом. А все остальное в целом у меня сейчас есть. Мы с моим нынешним молодым человеком познакомились в Тиндере. У нас открыты отношения. Мне было интересно, что может связывать людей, кроме брачного контракта. Мы только нащупываем этот путь. И пока что самое главное правило – это уметь говорить. Зачем мне нужен парень? Потому что мне нужен товарищ. Не только с которым я сексом могу заняться. Мне нужен друг, который больше, чем друг, как и всем. Этим пасмурным утром ты разбудишь меня в нашем доме тепло. В Казани я не хожу за ручку с Ксюшей. Она хочет, я не хожу. Много знакомых в Казани. Я не хочу, чтобы некоторые люди, например, узнавали. Минус есть везде. И это взвешенное решение переехать в Америку. Я чувствую, что мне это ближе, несмотря на недостатки, которые я там видела. Да, я бы тоже уехала. Я не была в Америке ни разу, но я готова пробовать. Я, в принципе, мало где была. Для меня пока весь мир открыт, и я готова впитывать, и мне не страшно. Прости, что был так неловок с тобой. Я по-прежнему мечтаю поехать в Нью-Йорк. Возможно, получится сделать это в ближайшее время. Уже на 5-м курсе взять академ и уехать на год на стажировку. Я хочу увидеть этот город. Для меня важно туда просто приехать. Подлетая к аэропорту и видя из иллюминатора Нью-Йорк, я буду рыдать. Цель у меня быть просто счастливым. Заниматься тем, что мне нравится. Я знаю, что мне нравится психология. Я хочу учиться и развиваться, да? У меня был такой момент, что я подумал, что я скрываюсь. Не из-за того, что обо мне подумают родители, а из-за того, что обо мне подумают соседи, соседи родителей. Потому что, а что скажут люди? Да и вду, что скажут люди? Треть моей жизни или половина уже прошла так, как хотели вы. Я хочу попробовать так, как я хочу пожить. Я обычный человек, я среди вас, и почему я об этом должен молчать? Особенно после вот того, что произошло. Я не желаю, чтобы кто-то столкнулся вот именно с такой нетерпимостью, с которой ты не можешь убежать, как на улице, то там как бы ты убежать никуда не мог. И тебе приходилось это вот как-то прорабатывать. И вот это я в себе проработал. Поэтому я сейчас считаю нужным, что об этом нужно говорить. Я всегда думала, что я вообще не могу представить будущее в России, потому что я хочу детей. То я записала подкаст с женщинами в России, которые решили заводить детей. И это, конечно, очень расслабило. Разговор в моей голове перестал быть таким, что на меня могут напасть отовсюду, и я не знаю, что делать. Теперь это, если на меня нападут по вот этому закону, и я знаю, куда обратиться. Мне хорошо в России, и меня бесит, что я со школы считаю, что я должна уехать. Я прекрасно могу себе представить всю жизнь в России, потому что это, наверное, была такая окончательная стадия «не страшно» даже за семью.
Так вышло, что буквально 2 недели назад я переехала сюда и теперь живу в глэмпинге на берегу Тихого океана и работаю здесь поваром. Это было очень быстрое и резкое решение. Буквально за 20 минут я согласилась, не знаю вообще, куда я еду и что я буду делать. Но я решила рискнуть, потому что такой шанс, как полететь на Камчатку, его нельзя упускать, как по мне. Что меня еще здесь удивило, так это люди. Здесь живут такие, с кем очень просто быть открытой, с кем вообще не нужно надевать каких-то масок, врать, притворяться. Я, честно, этого не ожидала. И я безумно рада тому, с кем я здесь познакомилась. Вот. С Динарой мы расстались. Но не из-за этой поездки, а просто потому, что так должно было произойти, и все хорошо. Я очень благодарна этим отношениям. И я более чем уверена, что у нас обеих все будет замечательно. Я даю тебе слово, что домой не водила никого, пока тебя нет. Не того красавчика с рисунками на теле без души, ну и не того надежного состоявшегося мужчину, и не того загнатого колесами, вопросами торчка, не того румяного самонадеянного мальчика. Я даю тебе слово, что домой не водила никого, пока тебя не даю слово, что домой не водила никого. Я даю тебе слово, что домой не водила никого, пока